Доказательства, собранные следователем Зубполянского межрайона следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему мужчине, признанному виновным в незаконном проникновении в жилище, краже, причинении легкого вреда здоровью, угрозе убийством. Следствием и судом установлено, что в течение нескольких дней сентября 2023 осужденный, в июле 2023 года освободившись из мест лишения свободы, совершал преступление на территории Зубполянского района. Так, 22 сентября, находясь в селе Известь, он совершил кражу продуктов питания из дома местной жительницы. На следующий день он незаконно проник в дом к жителю села. В ходе ссоры он несколько раз ударил ножом хозяина жилища, причинив ему легкий вред здоровью. Днем 25 сентября на улице он высказал угрозу убийством в отношении двух знакомых женщин, демонстрируя при этом имевшийся при нем кинжал. Материалами уголовного дела также установлено, что в ночь на 9 сентября он незаконно проник в дом к жительнице села Выше, чтобы переночевать. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Илья Гречищенко, следователь Зубполянского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия.